много жителей отдаленных районов города. И сегодня вопросы поддержания самого элементарного проезда, обеспечения хлебом, обеспечения доступа к больницам не решен. Я бы хотел еще раз, я знаю, что мэр этим вопросом занимается, я знаю, что его команда занимается, но не акцентировать сегодня вопросом на этот вопрос было бы несправедливо. Поэтому я еще раз прошу вас, Александр Иванович, прошу ваших заместителей сегодня посмотреть состояние дел в городе по данному вопросу, особенно в тех районах, которым доступ тяжел, которым мы добирались с вами танками, вы это знаете. Поэтому, пожалуйста, вопрос остановите.